Так, ну вот на всех направляющих наклонах выставлены кронштейны, ответные части для решетки. Сейчас будем устанавливать, собственно, саму решетку с гребенкой. Вот они. Заключительная часть монтажа. Решетки устанавливаются на кронштейны посредством болтов. Болты крепятся через отверстие. Вот. Решетки тоже соединяются между собой. Вот. Все надежно, крепко. Гребенку при необходимости можно было бы опустить еще ниже. Но, как правило, это не требуется. Тогда листва бы тормозила. Да, да, да. Поэтому та часть снега, которая будет накапливаться сверху, она обычно съезжает, останавливается на решетке, а потом под воздействием солнца температура все подтаивает под эту гребенку сверху, и постепенно снег исчезает. Вот эта решетка не дает лавинообразно спуститься пласту и упасть вниз.